Желтый? Желтый будет ярко. А чтобы приглушить маленько, он как на кузнечика маленький. Похож, да? Коричневенького добавим? Давай. Даже если что-то не получается, опытный преподаватель всегда придет на помощь. Офис Ленинского отделения партии «Единая Россия» на время превратился в творческую мастерскую. Проведено два мастер-класса. Первый – это ребята у нас готовили медали своими руками для участников СВО, которые будут в ближайшее время доставлены в зону действия в преддверии такого великого праздника для нашей страны. И вот второе мероприятие, которое у нас сегодня проходит, это вот ребята рисуют рисунки. Всего планируется провести 4 мастер-класса. В данном случае ребята сами выбирали героев для своих рисунков. Это солдат, это медбрат, медсестра, это медицинские работники, да, и военкоры. Вот мы решили на них остановиться и тему эту раскрыть маленько, как амуниция, что у них общего, камуфляжная форма. В мастер-классах принимают участие дети из семей мобилизованных, учащиеся школ, хотя здесь рады всем желающим. В гости к художникам заглянула заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. В рамках подготовки к празднованию майскому празднику Дня Победы мы как раз и проводим сегодня этот мастер-класс, да? Спасибо всем ребятам, кто пришел сегодня, кто сегодня с нами здесь, в офисе «Единой России». Детская фантазия – самый лучший источник вдохновения. 11-летняя Ксения Валова попыталась изобразить солдата в момент затишья. Мне кажется, то, что он после боя держит оружие. Отдыхает, как я понимаю. Ну да. Выдыхает даже, я бы сказал. Угу. Эти мастер-классы являются частью большой программы, которую реализуют единороссы. Например, ввиду того, что в этом году решено отменить бессмертный полк, в офисе организовали стену памяти. Стена памяти о тех людях, которые защищали нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Любой желающий житель также может прийти со своим портретом участника Великой Отечественной войны, своего героя семьи, и повесить его на стене нашей памяти. Рисунки маленьких художников, принявших участие в мастер-классе СВО «Глазами детей», можно будет увидеть на выставке, которую организуют здесь же, в офисе местного отделения партии «Единая Россия». Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.